Добрый день, вы смотрите «Итоги дня» телеканала «Управда ТВ». С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Воздух под контроль и мусор раздельно. Что нового появится в регионе в сфере экологии? С новосельем или как в регионе избавляются от аварийного жилья? Почему скорая помощь не помогла больному с инсультом? Зачет по хоккею с мячом. Преподаватели и студенты ульяновских вузов скрестили клюшки. Приехали вовремя, но не оказали помощь. К нам в редакцию обратилась семья Скориковых с просьбой разобраться в ситуации и наказать виновных. Близкие 75-летнего жителя Ульяновска считают, что бригада скорой помощи проявила профессиональную халатность. В этом доме по проспекту Созидателей живут близкие родственники 75-летнего Василия Дмитриевича Скорикова. Сам пенсионер проживает в соседней многоэтажке, но сейчас он лежит в больнице и находится в крайне тяжелом состоянии. А близкие недоумевают, почему так получилось, ведь все могло быть иначе. У пожилого мужчины случился второй в жизни инсульт. Сын Эдуард Скориков, как только узнал об этом, тут же примчался к отцу. О том, что у папы острое нарушение кровоснабжения головного мозга, понял с порога, рассказывает мужчина. Нарушилась речь, частично онемели конечности и рот ушел на бок. 10-15 вызвал скорую. Машина приехала быстро. Однако оперативность не помогла. Спустя 10 минут бригада уже вышла из квартиры, а дедушка так и остался лежать на диване. Они, то есть, посмотрели, все пощупали его. Ну, типа того, все нормально, то есть, вот, ничего страшного у него нет. У него это у него последствия старого инсульта. Я им говорю, у него инсульт. Они говорят, нет, у него последствия старого инсульта. Вот и все. Но они сделали ЭКГ, я не знаю, последствия. Ничего, ни ЭКГ, ничего не делали, абсолютно. Просто я еще удивился, пощупали. Уходя, медработники посоветовали лишь вызвать участкового врача. Якобы дедушке просто нужно поставить капельницу. В состоянии шока ничего не оставалось делать. Родственники позвонили в поликлинику, благо терапевт не заставил себя ждать. Увидев пациента, врач заключил сразу: инсульт, нужна госпитализация. Скорую вызвали его второй раз. Скорая помощь в итоге вторая сразу же, то есть моментально сделала. Вот кардиограмму сделала, то есть какую-то блокаду, уколы какие-то сделали, и сразу увезли его. Сегодня я его посещал, он лежит в реанимации, сказали, состояние среднее, вот, среднее состояние. Сказали, сегодня из реанимации переведут его. Но если бы среагировали раньше, то вот такого не было. Со слов Эдуарда, когда его отца привезли в медучреждение, тот был при смерти, почти не шевелился и задыхался от рвотных масс. На вопрос о том, часто ли папа жаловался на здоровье, отвечает отрицательно. Василий Дмитриевич – мастер спорта по лыжам, ведет активный образ жизни и всегда на позитиве. Почему, то есть, они игнорировали, вот не среагировали? Я им сразу сказал, то есть, вот у него инсульт, у него, то есть, вот я вижу состояние, у него плохое, то есть, я не знаю, почему, то есть, вот так происходит на самом деле, то есть, и сколько, то есть, они, то есть, таких больных кидать будут. В станции скорой медицинской помощи нам рассказали свою версию произошедшего. Уже в первый приезд бригада предложила пациенту госпитализацию. Однако в карточке вызова, который является основным документом работы бригады на месте, зафиксирован отказ. В карточке написан отказ пациента от госпитализации. Через 2 часа, соответственно, симптомы увеличились, усилились. Бригада выехала, его госпитализировала. О том, что его положили, вернее, госпитализировали в реанимацию, положено просто по стандарту, не по состоянию. Семья Скориковых официально заявляет, что никаких документов первый приезд скорой не подписывали. Если только сам дедушка дрожащей рукой не успел, пока сын выходил в другую комнату. Согласно правилам, если больной не в состоянии расписаться, поставить подпись может законный представитель, либо сам медперсонал, с пометкой, что от подписи, как и от госпитализации, отказался. Ничего, то есть вам не давали бумаг, никаких ничего бумаг? Я не расписывался, ни и дедушка не расписывался? Вот это я не знаю, я уходил, то есть это жене звонил по телефону как раз, чтобы участковый. То есть, по большому счету, они могли без вас? Может быть, да. Но вполне. Вы долго выходили вообще? Ну, надолго там? Сколько? Минуты полторы. Полторы минуты, да? То есть, никаких бумажек? У меня там мама находилась. Позже Лидия Ивановна Скорикова также подтвердила, что подпись нигде не ставила. На момент выхода сюжета дедушку перевели в палату Центральной городской больницы. Состояние стабильное. Родственники Скорикова-старшего стоят на своем и намерены с их слов добиться справедливости. Они отправили жалобу в региональный Минздрав. По нашей информации, в министерстве уже начались разбирательства по этому делу. Наша редакция будет следить за развитием событий. На экране вы видите телефон горячей линии. По нему можно оставлять вопросы, касающиеся получения качественной медицинской и лекарственной помощи на территории области, а также для защиты прав и интересов граждан в сфере здравоохранения.
Рената Льгулова, Даниил Сурков, новости Улправды ТВ. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Ульяновской области продолжается работа по вводу новых объектов для переселения граждан из аварийных домов и обеспечения жильем детей-сирот. Павел Половов подробнее. В Новый год с новой квартирой жители поселка Мостотряд продолжают получать квартиры в новеньких домах по улице Ипподромной. Отсутствие благоустройства прилегающей территории готовы пережить. Ведь пока микрорайон Север-1 не будет сдан полностью, о благоустройстве не может быть и речи. С остальными проблемами пообещали разобраться губернатор Сергей Морозов и глава города Ульяновска Сергей Панчин, которые осмотрели строительную площадку нового дома. Квартиры у застройщика для переселенцев выкупаются на бюджет. Деньги. Мы выкупаем городом, это деньги из трех бюджетов. Я хочу сегодня сказать большое спасибо губернатору Сергею Ивановичу Морозову, депутатам всех уровней, законодательного собрания, городской думы, потому что это бюджет федеральный, бюджет областной и бюджет городской. Вот бюджет федеральный и городской, вернее областной и городской, мы идем 50 на 50. Мы выкупаем здесь 100 квартир. 100 квартир – это в строящемся доме. В сданных домах уже живут люди. Новоселы улыбаются. Живут хоть и в новых домах, но соседей всех знают. Много лет жили по соседству в Мостотряде. В целом квартирами довольны. Надеются, что оставшиеся недочеты будут исправлены в ближайшее время. Я переселенец с Мостотряда, с опасной зоны. Вот. Квартира мне очень нравится, очень мне нравится, все хорошо. Единственный вопрос, лифты плохо у нас работают. Вот. Единственное, что могу сказать. А так мне все устраивает. Кроме того, жителей заботит пока не налаженное транспортное сообщение и малое освещение микрорайона. Городские власти заверяют, что эти проблемы можно решить в течение 10 дней. Ульяновская область весьма неплохо справляется с требованиями федеральной программы по строительству жилья. На сегодняшний день в Российской Федерации существует программа обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда, в которой регион у нас принимает посредственное участие. В соответствии с данной программой на территории Ульяновской области предлагается до 2024 года переселить 2500 человек из 139 многоквартирных аварийных домов и вселить порядка 44 тысяч метров квадратного жилого фонда с общим объемом финансирования почти 2 миллиарда рублей. В период 2019-2020 год с федеральной поддержкой планируется расселить 13 аварийных домов. Этот показатель уже перевыполнен. Переселено 187 человек из 87 жилых помещений. Но темпы строительства регион снижать не собирается. На повестке дня комплексная застройка. Если мы будем просто смотреть на жилье как на индивидуальные какие-то строения, то, наверное, будет это неправильно. Мы научились уже комплексно строить жилье. Мы научились внимательно смотреть на то, чтобы рядом с жилыми домами находились образовательные, культурные, спортивные учреждения, учреждения дополнительного образования. Полностью микрорайон Север-1 будет сдан в 2023 году. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 6 многоквартирных жилых дома. Скоро еще 100 квартир будут готовы принять новых хозяев. Павел Половов, Юрий Конихин, новости Улправды ТВ. Губернатор встретился с представителями дирекции «Года молодых», студентами, активистами молодежного правительства и парламента. В молодежном театре прошло первое ток-шоу с презентацией проектов и обсуждением планов работы на первый квартал 2020 года. Что получат авторы лучших идей, узнаете в материале нашего корреспондента. В молодежном театре прошла «Битва молодых». Так называется первое в истории региона ток-шоу, на котором активисты вузов, молодежных парламента и правительства представили свои проекты. Темы самые разнообразные – краеведческие, общественные, культурные и научные. Команды провели презентации и даже сыграли в интеллектуальную игру. Как мне говорили организаторы ранее, это не будет прямой контекст того, что мы будем рассказывать аннотацию проекта. А нам будут задавать вопросы, мы будем отвечать, а вот другие команды будут отгадывать, собственно, что таит с собой проект и что, в принципе, там есть. С ребятами встретился и губернатор. Участники пообщались с главой региона в неформальной обстановке, рассказали подробнее о своих целях и планах. Одна из команд обратилась к Сергею Ивановичу с просьбой познакомить их с лучшими айтишниками региона. Вопрос решили на месте. Губернатор поделился ценными контактами. Не стоит забывать, что участие в «Битве молодых» может принести не только новые связи, но и призы. Также у нас будет победитель по баллам, потому что все-таки это игра. Вот, это не по проектам, это будет игра, в принципе, на логику молодых людей. Он получит сертификат в образовательный центр «Смарт». Вот, они могут 3 дня за
можно так сказать, бесплатно провести и проводить какие-то различные тренинги, интерактивы. Самым ценным подарком для участников будет интервью в одной из редакций издательского дома «Ульяновская правда». Рассказать о своих организациях, проектах и достижениях смогут самые творческие и находчивые ребята. Битва молодых будет проходить каждый сезон. В конце весенних, летних и осенних состязаний будут появляться новые звезды молодежных сообществ. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости «Управды ТВ». В Ульяновске состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством здравоохранения региона и Симбирской митрополией Русской Православной Церкви. Предметом соглашения является взаимодействие Симбирской митрополии с учреждениями здравоохранения в области охраны здоровья, направленные на координацию действий и объединение усилий для реализации задач в сфере охраны здоровья граждан, прав на свободу совести и свободу вероисповедания. В Ульяновской области усилят систему мониторинга атмосферного воздуха и продолжат внедрять раздельный сбор отходов. Эти экологические цели озвучил в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Подробности у Ирины Антоновой. В Ульяновской области установлено 10 постов наблюдения за загрязнением окружающей среды. По 2 в Ульяновске и в Димитровграде, по 1 в Инзе, Сенгилее, Новоульяновске, Новоспасском, Красногуляе, Сурском. Отбор проб атмосферного воздуха и лабораторные исследования проводятся специалистами Ульяновского гидрометцентра. В 2020 году запланирована установка еще 3 стационарных постов в Ульяновске, в Чердаклинском и Меликесском районах области. Это позволяет нам оперативно принимать управленческие решения, проводить административные проверки предприятий, загрязнителей там, где это требуется. Ну и самое главное, вырабатывать механизмы, как можно так улучшить ситуацию с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, когда мы можем именно ссылаться на аналитические данные. Как сказал министр природы, кроме жесткого экологического мониторинга, в регионе будет продолжено внедрение раздельного сбора отходов. Мы сейчас очень плотно работаем с Институтом региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. В этом году предстоит внедрение повсеместное контейнеров сеток, а это двухпотоковый сбор отходов. Мы надеемся, что все региональные операторы в этом году смогут четко начинать сбор и обработку, снижение негативного воздействия отходов именно по формату мокрые отходы и сухие отходы. Внедрение наилучших доступных технологий – еще одно приоритетное направление работы отрасли. Важнейший момент, он связан с крупнейшими предприятиями, которые создают именно вот сам такой-то фон загрязнений, которые связаны с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, и со сбросами сточных вод, и с образованием большого количества отходов различных классов. Общественники уже высказали желание проводить проверки работы рекоператоров и экологов в данном направлении. Мы с своей стороны будем все отрасли, как здравоохранение, образование, дорожное, то есть экологии, проверять. Вот как раз по экологии даже пример он привел по поводу. Нет, количество новых контейнеров зависит, как утилизируется мусор, а как это организовано работа. Вот, что же сейчас Федоров докладывал. Губернатор Сергей Морозов предложил подключить к мониторингу окружающей среды школьников. Также он обратился к большому бизнесу, чтобы они быстрее стали внедрять самые современные экологические технологии. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ. Новости из районов Ульяновской области. В Новоспасском заработал новый регистрационный центр ГИБДД. Зарегистрировать машину, получить права и многое другое. Теперь жители Новоспасского района могут получить транспортные услуги в новом и комфортном месте. По новому адресу открылся межрайонный регистрационный экзаменационный отдел. В помещениях созданы комфортные условия для приема граждан для оказания государственных услуг. Зал оснащен информационными стендами и электронными табло. Подготовлен раздаточный материал с актуальной справочной информацией. Ремонт и работу оценили и сами жители, которые успели посетить центр в первые дни после открытия. Сегодня пришла в обновленное здание МРЭО ГИБДД. Светлое и комфортное, где все создано для граждан, для комфортности, чтобы получение услуг стало удобным и комфортным. Осмотр автомобиля был произведен тщательно и быстро. Сейчас оформили документы, и вот я счастливый обладатель нового автомобиля. Отдел работает по адресу: Ульяновская область, рабочий поселок Новоспасская, улица Строителей, дом 24. Накануне Дня студента состоялся необычный хоккейный матч. За победу в нем боролись преподаватели и студенты ульяновских вузов. К
Кто в итоге победил, расскажем в нашем материале. Декан факультета физкультуры и реабилитации Ульяновского госуниверситета Владимир Вальцев всю жизнь занимался единоборствами. Он мастер спорта страны по самбо. Но сегодня принял вызов своих студентов сыграть в хоккей в товарищеском матче. Я люблю хоккей. Хоккей с мячом – это вообще мой любимый вид спорта. После борьбы с самбо и дзюдо. Ульяновской традиции проводить хоккейный матч между студентами и их преподавателями уже несколько лет. В этом году поединок состоялся в пятый раз. Есть равняться на что, когда студенты смотрят на свой профессорский преподаватель, что у них есть цели добиваться успехов, ну и, конечно, следить за здоровьем, совершенствовать себя, чтобы добиться этой цели. Действующие студенты и выпускники ульяновских вузов. В студенческой команде собраны лучшие хоккейные силы региона. Кроме того, всех их объединяет то, что они играют за главную команду области – «Волгу». Голкиперы Иван Силантьев и Дмитрий Атаманюк. Полевые игроки Александр Слугин, Андрей Крайнов, Александр Степанов, Эмиль Бихузин и Егор Норкин. Нам тренера сказали, чтобы мы как бы играли, не подавались. Как бы это им интерес будет, и нам тоже. Состав преподавательской команды тоже непрост. Тут и бывшие хоккеисты «Волги», мастера спорта страны, руководители спортивных федераций. Во главе главный тренер хоккейной «Волги» Сергей Горчаков. Он цементирует оборону своей команды и констатирует, ему по душе тренировать умных хоккеистов. Действительно, есть такие ребята, которые ездят с учебниками, с тетрадками и которые проводят свое свободное время, по крайней мере, в поездках мне это время больше видно, за занятиями. Но это, собственно говоря, и радует. Значит, они, ребята, развиваются. Два тайма по 20 минут грязного времени. Матч довольно скоротечный, но голы сыплются один за другим. Как в одни, так и в другие ворота. Несколько раз лидерство в счете переходит от команды к команде. При этом все выкладываются до конца. Сил никто не жалеет. Я периодически двигаюсь. Поэтому то, что я вспотел, не говорит о том, что я функционально устал. Я готов еще был играть. 9-7 в пользу преподавателей. Правда, ни победителей, ни проигравших в этом поединке не было, уверяют участники хоккейных баталий. Этот матч из той серии, когда итоговый счет только для статистиков. Михаил Сашанский, Управда ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, 25 января в регионе ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днем удержится на около нулевой отметки. Ветер западный 9 метров в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. И это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Управда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру в 18.50. До свидания.